Реакция на халатное отношение к безопасности детей в садах и школах будет жесткой. Об этом заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, комментируя случай с убежавшими из детского сада в Светлогорске 3-летними малышами. Напомню, 3 детей сбежали во время прогулки, сели в поезд и уехали в неизвестном направлении. Обнаружили их уже в Жлобине. Сразу после инцидента была уволена воспитатель яслей сада номер 21 в Светлогорске. И сегодня последний рабочий день у заведующей. Мы же не можем каждому заведующему представить лично министра, чтобы он стоял и контролировал, что там он должен делать. Есть функциональные обязанности, их надо просто выполнять. Но там, где люди не понимают и не выполняют, значит, будем поступать жестко. Значит, будут освобождены от занимаемых должностей и будут приняты соответствующие кадровые решения. Историю с побегом, которая, к счастью, закончилась благополучно, министр прокомментировал в специальной школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Минске. Сюда Игорь Карпенко привез новогодние подарки от президента. Ребятам вручили развивающие игры, сладости и компьютер. В ответ воспитанники подготовили настоящее новогоднее представление. Акция «Наши дети» продолжает дарить сказку. Поучаствовать в добром деле может любой желающий.